С 2022 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Пермском крае составит 12 122 рубля. Для пенсионеров – 9 858 рублей, для детей – 11 408. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 11 121 рубль. Будьте внимательны, до конца текущего года в нашем крае действует прежний прожиточный минимум. Его величина в среднем на душу населения составляет 10 844. Рубля. Эти суммы нужны для определения права на получение мер социальной поддержки. В том числе с помощью прожиточного минимума определяется статус семьи, малообеспеченная или нет. Напомним, Центр социальных выплат в Соликамске находится по адресу улица Советская, 48. Часы работы понедельник, четверг с 9 утра до 6 вечера, пятницу с 9 до 5. Прием ведется по предварительной записи и строго при наличии масок и перчаток. Телефон 4-34-04.